Что за чертовщина? Дед Василий, это ты, что ли? Ну, допустим, я. Откуда тут лужа? Это не лужа, это бутафория называется. А ты чего толчешься лужа-то? Ну-ка, вылазь, вылазь, я говорю, запрещено. Я тебя сейчас переодену. О, стенок нет. Да строит все, строит. Вот они меня, значит, сторожем и выбрали. А зря. Меня не сторожем надо было брать, а консультант. Ну, выдает дядя Вась. Вы что, академик или член-корреспондент? А может, и академик. А может, и какой член-корреспондент. Вот взять, к примеру, вас. Чтобы было теплее, спал на лежанке, хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Вот и сейчас Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Ой.
стонете, Афанасьева? Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так как будто бы немного живот болит. Ай. И не лучше ли бы вам, Афанасий Иванович, чего-нибудь съесть? Не знаю. Будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна? А впрочем, чего ж бы такого съесть? Кисленького молочка или жиденького узвару с сушеными грушами? Пожалуй, разве так только? Попробовать. Параска! Параска! Ой! Узвару принеси. О! У городничего тоже не спят. Все хлопоты, все хлопоты. А? Служба. Баба! Баба! Не уходи! Баба, вставай! Нет. Он меня! Нет! Не пропадет! Мы с тобою на весе! Эй, ай, это боль! Оли-лёли-лёли-лёли-лёли-лёли! Я же помню! О! Что ты помнишь? Помню. Наливают они горилки. Пьют горилку и пропадают. Любят почевать. Свети! Ой! Алапой! Алапой! Низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пиглицами, взявши на руки ребенка, совсем вышла не такой, как я думала. Ему бы следовало пойти в бабку с материной стороны, что было бы и лучше. Но он родился просто, как говорит пословица, не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Нет, это не обо мне. Или обо мне? И тут... Что за бумага? А, это дело казака Бакитьки о краденой корове. Прекрасно горит. Отлично. И, великолепно. Ой, горю! Ой, боже!
больно! Ой, как больно! Ой, спасайте! Спасайте, говорю, воды! Ой, воды! Ой, горю! Ой, догораю! Ой, горю! Ой, горю! Ой, горю! Караул! Ну все! Хватит! Вперед! Караул! Наливай! Может жить дворянин в городе, где городничий узурпатор! Все знайте, все! У вашего городничего на мундире посажено 8 пуговиц, а 9-ю он как потерял при освящении храма 2 года тому назад, так до сих пор квартальный ищут! А он, узурпатор, каждый раз при рапортах квартальных надзирателей спрашивает, а с дома и 9-я пуговица не нашлась еще! Тьфу! А нога? Нога у него прострелена, потому он при ходьбе закидывает ее так далеко в сторону, что разрушает тем самым весь труд здоровой ноги! Черт! Грамоте разумеешь? Да. Иди сюда. Читать не будешь. Тетушка Василиса Кашпровна в это время имела лет около 50. Замужем она никогда не была и обыкновенно говорила, что жизнь девическая для нее дороже всего. Впрочем, сколько мне помнится, никто и не сватал ее. Это происходило от того, что все мужчины чувствовали при ней какую-то робость и никак не имели духа сделать ей признание. Весьма с большим характером Василиса Кашпоровна, говорили женихи, и были совершенно правы, потому что Василиса Кашпоровна весьма... Принеси кочерка! Место. Голос. Весьма с большим характером, Василиса Кашпровна, говорили женихи и были совершенно правы. Потому что Василиса Кашпровна хоть кого умела сделать тише травы. Пьяницу Мельника, который совершенно был ни к чему не годен, она собственную, своей мужественной рукою, дергая каждый день за чуб безо всякого постороннего средства, умела сделать золотом, а не человеком. А что? Я не пил, сидел, не спал! А что первому? Я больше не буду! Матушка! Заступница! Троеручница! Так не надо, поделу! Топи, топи! Все топи! Тебя солдат отдам! А ты иди сюда! Иди сюда! Я? Ты, ты! На! Пиши! Чего? Письмо пиши! А! Да, сюда! Любезный Тремянник Иван Федорович, посылаю тебе белье, 5 пар нитяных карпеток и 4 рубашки тонкого холста. Сальца добавь. Да еще хочу поговорить с тобой о деле. Так как ты уже имеешь чин немаловажный, подпоручика, думаю, тебе это известно? Известно.
и пришел в такие лета, что пора и хозяйством заняться, то в воинской службе тебе незачем более служить. Незачем, незачем. Я уже стара и не могу всего присмотреть в твоем хозяйстве. Да и действительно, многое при том имею открыть тебе лично. Приезжай, Ванюша, в ожидании подлинного удовольствия тебя видеть. Остаюсь многолюбящей, твоя тетка Василиса Цупченская. Зубчевска. О! Ну-ка, принеси правый сапог кучера Михайлы. Давай, что стоишь? А ты в сундуке под иконой возьми сюртук коричневый, без рукавов, у которого рукава тёлка съела. А ты из кладовки те штаны, что я сняла с вора на нашем баштане в прошлую пятницу. Все это я ради племянника делаю, чтобы его люди не обижали. Ну иди, ты мне больше не нужен. Нет. Нет, и не просить. Не может жить дворянин в городе, где городничий узурпатор. Да у вашего городничего на мундире 8 пуговиц, а 9 как потерял 2 года тому назад при освящении храма, так до сих пор и ищет. Послушать, как перепела бьют. Уронить слезу восторга на тучную ниву. Обобрали до нитки. Разбойники! Вот, рукава оторвали. Придется идти по миру прощать. Да нет, что вы. Я вас так никуда не пущу. Поедемте со мной. Поедемте. И Пульхерия Ивановна будет очень... Будет рада. Довольна! Будет! Ну! Накрывать в беседке. Я пойду с мамой. А сидеть за мной. Холодная. Мамочку еще дай. А что, Пульхерия Ивановна, поглядите, какого гостя я нашел за нашей ливадою. Батюшки, Антон Прокофьевич, да что это с вами случилось? Решил пройтись одиноким путником по полям своей молодости, услышать, как перепела бьют, уронить слезу восторга на тучную ниву. Я смотрю, Антон Прокофьевич, у вас сюртук без рукавов. Так можно и руки застудить. Вы уж на время наденьте мой халат. Габка, халат. А девушки, пока мы будем завтракать, вам пришьют рукава от сюртука Афанасия Ивановича. Рукава совсем новые, а спинку и полы бомбой пробила. Еще когда Афанасий Иванович секунд-майором был на войне. Да нет, вы не думайте, чего страшного.
Афанасий Иванович тогда был в другом сюртуке, а этот повесил проветриваться на тын. Ну, Афанасий Иванович! Вот эта водка настоена на деревей и шалфей. Если у кого болят поясница и лопатки, то она очень помогает. Да? Интересно. А правда ли, Антон Прокофьевич, что скоро будет война? Не к ночи будет сказано. Француз тайно согласился с англичанином опять выпустить на Россию Бонапарта. Я думаю, сам пойти на войну. Вы не верьте ему. Где ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. И Бог застрелит. Вот так прицелится и застрелит. Ну что ж, я его тоже застрелю. А что ж, я куплю новое вооружение. Ой. Возьму саблю. Ой. Или казацкую пику. Ой, все это выдумки. Так вот придет в голову и начнет рассказывать. И я всегда знаю, что про это он шутит, и все-таки каждый раз неприятно слушать. Не перейти ли нам в дом, обед уж настали, и там теплее. Вы спросите Пульхерия Ивановна, где сегодня был Антон Прокофьевич и от чего по своему бескорыстию отказался. Да-да, ну было. Зазвала меня сегодня Василиса Кашпровна, тетушка Ивана Федоровича Шпоньки. Предложила управлять имением. Мол, стара уже, на покой пора. Ну, и что же вы? Отказался. Зачем, спрашиваю, в имении посторонний человек, когда родной племянник есть? Ну, а она? Долго уговаривала меня, а потом согласилась. Пиши, говорит, племяннику твоя взяла. Так значит, Иван Федорович приедет. Давно пора. Пора. Я ведь была на его крестинах. Ну, что он, как? Шпонька? О, я перечитывал для его тетушки старые письма, так что весьма осведомлен о его службе в пехотном полку. Надо вам сказать, что этот пехотный полк совсем не такого сорта, которому принадлежат многие пехотные полки. И несмотря на то, что большую частью стоит по деревням, однако же он на такой ноге, что не уступит иным кавалерийским. Прибавлю, что двое из офицеров страшные игроки в банк. И бывало проигрывали мундир, шинель, темляк, фуражку и даже исподнее белье. Что не везде между кавалеристами можно сыскать. Здрасте, какие вы говорите. А вот и сюртук уже готов. Если у вас кто спросит, отчего это у вас, Антон Прокофьевич, сюртук коричневый, а рукава голубые, то вы отвечаете, а у вас и такого нет. Подождите, обносится, весь будет одинаковый. Да вы кушайте. Вот это грибки с чабрецом. А это с гвоздиками и с волошскими орехами. Солить их? Выучила меня одна туркеня. Когда еще турки были у нас в плену. Такая добрая была туркеня. И незаметно совсем, чтобы турецкую веру исповедовала. Параска, что же это я? Уже давно отдохнуть пора. Отведи-ка Антон Прокофьевич в маленькую комнату, да отнеси туда мороженого. Рябиновки. И рябиновки не забудь. Чудесная в этом году у нас рябиновка. Thank you.
Чудный город Миргород, каких только в нем нет строений. И под соломенную, и под очеретянную, даже под деревянную крышей. Налево улица, направо улица. А какая лужа в Миргороде! Здравствуйте, Антон Прокопьевич! Здравствуйте, Иван Иванович! Какая у вас бедняша! Здрасте! Великолепная! А какие смушки! Сизые, с морозом! Боже, да я ставлю что угодно, если у кого-то есть такие! Ну, полно! Да вы взгляните! Вот, взгляните! Ну, не правда ли? Да нет, вы взгляните, вот сбоку, посмотрите, боже, какое объедение! Господи, да этого нельзя описать! Бархат, серебро, огонь! Господи, боже ты наш, Николай Чудотворец! Отчего у меня нет такой бекеши? Ну, полно, Антон Прокопьевич. Постойте! Нет! Нет! Этого не может быть! А впрочем... Неужели? Это та самая бекеша? Да. Боже, этого не может быть! Вы смеетесь надо мной! Сукно ведь совершенно новое! Боже! Вы знаете, когда была пошита? Вот это бекеша! Вы не знаете. Эта бекеша была пошита еще тогда, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. А что это вы ищете, Пульхерия Ивановна? Кошечку. А что еще не вернулось? Вот уже третий день. Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите в этой серенькой кошечке. На что она? Вот если бы вы имели собаку, другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка на что? Уж молчите, Афанасий Иванович. Вы любите только говорить и больше ничего. Собака нечистоплоя. Собака нагадит. Собака перебьет все. А кошечка тихое творение. Она никому зла не сделает. Зато собака из дома никогда не убежит. А кошечка убежит. Да еще как убежит. Вы ведь знаете, Пульхерия Ивановна, тот лес, который у нас с засадом. И собак туда никогда не сунется. А вот диких котов там предостаточно. Вот. Лесных диких котов не должно смешивать с теми удальцами, которые бегают по крышам домов. Нет. Находясь в городах, они, несмотря на крутой нрав свой, гораздо более цивилизованы, нежели обитатели лесов. Эти, напротив того, большую частью народ мрачный и дикий. Они всегда ходят тощие, худые, мяукают грубым, необработанным голосом. Это именно они подкрадываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Это они являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Знаю, знаю. Им вообще никакие благородные чувства неизвестны. Они живут хищничеством. И душит маленьких воробьев в самых их гнездах. Совершенно верно. Я даже вспоминаю, что видел, как они обнюхались с вашей кошечкой под амбаром.
И я уверен, что это они, наконец, подманили вашу серенькую кошечку, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. А впрочем, не пора ли нам пообедать, Пульхерия Ивановна? Что-то мы с вами увлеклись. Ой, а ведь и вправду. Самое время к столу. Габка! 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 Да тут, я тут! Вот, очки мои где-то запропастились. Я слыхал, вы грамоте, разумеете. Угу. Вот пишите. Пишите. Сия дыня съедена августа 26 числа. Помилуйте, но ведь сейчас еще июль. Примерно даже вам скажу. Число 15 или 20. Нет, 23. Нет уж, нет уж. Август. Впрочем, может быть, не 26-е, а... Да. 12-е. 13-е. Да. Так и пишите. Помилуйте. Так и пишите. Августа 10 числа. Сия дыня съедена в присутствии Галапузя, в скобках гостя. Галапузь в съедении дыни не участвовал. Да. Хотел бы я знать, чего у меня еще нет. Однако, что бы это значило? Я не видел никогда ружья у Ивана Никифоровича. Ну, поди-ка сюда. Это что же? Стрелять не стреляет, а ружье держит? Зачем оно ему? Что это такое? Сами видите, ружье. Какое ружье? А кто его знает, какой? Если бы оно было мое, то я, может быть, и знала, из чего оно сделано. Оно панское. Оно должно быть железное. Железное? Железное. Железное. Железное, железное. А почему же оно железное? И давно оно у пана? Может быть, и давно. А что, пан дома? Дома. Габка! Беги! Не я брал, руки сами брали. Я все отдам, все. Книгу. Ах, эту. Вот. Я ее взял почитать. Истинный крест только почитать. Вот для этой цели очки прихватил. Да чего бы мне надо было очки, если бы не читать. Это книга. Путешествие Коробейникова по святым местам. Нет, нет, этого не было. Тут точно написано. Комната, в которую вступил Иван Иванович, была совершенно темна. Темна. Потому что ставни были закрыты, и солнечный луч, проходя в дыру, сделанную в ставне, принял радужный цвет и, ударяясь в противоположную стену, рисовал на ней, вот видите, пестрый ландшафт. От этого всей комнате сообщался какой-то чудесный полусвет. «Помоги Бог», — сказал Иван Иванович.
Впрочем, это не мои слова. Слышите? Идет. Помоги Бог. А? Здравствуйте, Иван Иванович. Извините, что я перед вами в натуре. Почивали ли вы сегодня, Иван Никифорович? Почивал. А вы почивали, Иван Иванович? Почивал. Так вы теперь устали? Я только встал. Христос с вами, Иван Никифорович. Ну как можно до сих пор спать? Харпыно! Принеси Иван Ивановичу водки да пирогов со сметаной. Хорошее время сегодня. Чтоб его черт взял, некуда деваться от жары. Вот нужно таки было помянуть черт. Ох, Иван Никифорович, вот вспомните мое слово. Да будет поздно. Достанется вам на том свете за богопротивные слова. Как спалось, Пульхерия Ивановна? Благодарю вас, Афанасий Иванович. Хорошо. Цып-цып-цып-цып-цып. Отчего это у нас, Афанасий Иванович, двери распелись? Я не могу сказать, Пульхерия Ивановна, от чего они поют, перержавевшие ли петли тому виной, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. А не смазать ли нам их дегтем, а то не ровен час гости разбудят. Поди-ка принеси ведерко с колесным дегтем. Цеп-ц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 еп. Вы слышите, что она говорит? Она говорит, батюшки, я зябну. Я знаю, что многим не нравится сей звук. Я его очень люблю. Не станем трогать эту дверь. Пусть себе боет, батюшки, я зябну. Ну, не станем ее трогать. Просто я велю протопить печь, она согреется. Скажите, пожалуйста, Иван Никифорович, а на что вам то ружье, что выставлено проветриваться? Вместе с платьем. Смею ли просить об одолжении? Ну чего одолжать, я понюхаю своего. Вот проклятая баба. Так она и ружье туда же повесила. Хороший табак. Шмуль делает в сорочинцах. Не знаю, что он кладет туда, такое душистое, на конупер немножко похожее. Вот возьмите, разжуйте во рту немножко. Не правда ли на конупер похоже? А скажите, Иван Никифорович, я все насчет ружья. А что вы собираетесь с ним делать? Ведь оно вам не нужно. Как не нужно? А случится стрелять? Ну, Господь с вами, Иван Николаевич. Ну, когда вы будете стрелять? Послушайте. Отдайте его мне. Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружьев теперь не сыщешь нигде. Я купил его у Турчина, а теперь бы так вдруг и отдать его? Как можно? Это вещь необходимая. Так на что оно необходимое? Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимое. Слава тебе, Господи, теперь я спокойно не боюсь никого. Отчего? От того, что знаю, что в каморе у меня стоит ружье. Хорошее ружье, только у него замок испорчен. Что испорчен? Можно починить. Только нужно смазать конопляным маслом, чтобы не ржавело. Из ваших слов, Иван Никифорович, я никак не вижу дружеского отношения ко мне. Вы ничего не хотите сделать для меня в знак приязни. К
Как же это вы говорите, Иван Иванович, что я не оказываю вам приязни? Как вам не совестно? Валы ваши пасутся на моей степи, и я ни разу не занимал их. Когда едете в Полтаву, всегда просите у меня повозки. И что же, разве я отказал, когда... Ребятишки ваши перелезают через плетень в мой двор, играют с моими собаками. Я ничего не говорю. Пусть себе играют, лишь бы не трогали ничего. Пусть себе играют. Карпина! Налей-ка чаю. Это, пожалуй, пьяница. Вы слышите, Пульхерия Ивановна, куда она клонит? Пить. Вымросков. И зачем такую напраслину на непьющую дверь возводить? Вовсе она не пьяница. А? Она простужена. Лучше дать ей рюмочку выморозков, а не мазать дегтем. Выморозков. Выморозков. А может, она не выморозков просит, а кофе? Да нет уж, Пульхерия Ивановна, я по ее лицу вижу, что она пьяница. Вот она и стоит как-то боком. Всегда вы так, Афанасий Иванович, мне наперекор говорите. Лучше другую дверь смажем. Когда я бывал в Гадиче, или того хуже, в Полтаве, и случалось мне услыхать скрип дверей, то мне так и запахнет домом, маленькой комнатой, озаренной свечкой в нашем подсвечнике, в том, что на один рожок. Ужином, уже стоящим на столе. Майской темной ночью, глядящую из сада сквозь растворенное окно. Соловьем, обдающим сад, дом, дальнюю реку своими раскатами. Страхом и шорохом ветвей. Боже мой, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний. Иди-ка ты отнеси деготь в сарай. Стой, пускай себе поют двери. А что, Пульхерия Ивановна, не пора ли нам закусить чего-нибудь? Чего ж бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Может, коржиков с салом или пирожков? С маком. Пораска? Пораска. На кухню. Или, может, рыжиков соленых? Рыжиков. Габка? Габка. В погреб. Ну, хоть бы и рыжиков, или пирожков. Сходи, посмотри, спит ли гость или уже проснулся. Спят, не изволят отзываться. Что случилось, Пульхерия Ивановна? Да ничего не случилось. Придет, никуда не денется. А ты поди загляни, не нужно ли чего? Изнутри закрыто. Ладно, не хотите дарить?
Давайте меняться. Что дадите мне за него? Я вам дам за него бурую свинью, вот ту самую. Вот увидите, если на тот год она не приведет вам поросят. Я не знаю, как вы, Иван Иванович, можете это говорить. На что мне свинья ваша? Разве черту поминки делать? Да ну что вы без черта никак не можете, Иван Никифорович? Ну грех же, грех! Как же вы в самом деле, Иван Иванович, даете за ружье, черт знает что, свинью? Почему же она черт знает что? Как же? Вы бы сами посудили хорошенько. Это таки ружье, вещь известная, а то черт знает что, свинья. Если бы не вы говорили, я бы мог принять это в обидную для себя сторону. Да что же вы нехорошего заметили в свинье? За кого же в самом деле вы меня принимаете, Иван Иванович? Чтобы я ружье... Все, больше не буду, все. Пусть она остается вам, пусть она там стоит в углу коморы, сгниет, ржавеет. Не буду больше об этом. Мне кажется, как будто эта каша немного пригорела. Вам это не кажется, Пульхерия Ивановна? Нет, Афанасий Иванович. А вы положите побольше масла, она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите вот этого соуса с грибками и подлейте к ней. Пожалуй. Попробуем, как оно будет. Ну, что там, гость? Они спят. Пусть отдыхают. Поди-ка сюда, милая. Иди, иди. Как же так, милая? А? Вчера не было. Не проходит и месяца, чтобы у которой-нибудь из вас стан не делал заполнее обыкновенного. Может, съела чего-нибудь? Тем более мне это... Удивительно, что в доме никого нет из холостых мужчин. Никого. Спят, они спят. Стыдно тебе должно быть. Стыдно. Не хочу тебя видеть. И чтоб это больше не повторялось. За ружье! За ружье? Два мешка! За ружье! Два мешка не пустых! А Самсон, а про свинью вы что, забыли? Поцелуйтесь со своей свиньей! А ко мне хотите так чертом! Вас только зацепи! Вот увидите, нашпигует вам язык на том свете за богомерзкие слова. Да после разговора с вами нужно и лицо, и руки умыть, и самому окуриться. Ружье! Вещь! Благородная, самая любопытная забава, украшение в комнате приятное. А вы, Иван Никифорович, разносили со своим ружьем, как дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, о,
Настоящий гусак. Что? Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. И как же вы осмелились, сударь, позабыв и приличие, и уважение к чину и званию человека, обесчестить его таким поносным именем? А что тут поносного? Да чего вы в самом деле так размахались руками, Иван Иванович? Не-не-не-не, как вы осмелились, в противном всех приличий, обозвать меня гусаком? Начать! Я вам на голову, Иван Иванович! Ну чё вы так раскудахтались? Так я ж вам объявляю, что я вас знать не хочу. А, большая беда, и Бог не заплачу от этого. Ноги моей в этом доме не будет. Ступайте, Иван Иванович, ступайте. Доглядите, не попадайтесь мне, а не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью. Вот вам, Иван Никифорович. Арпино! А не пора ли нам, Пульхерия Ивановна, на покой? Давно пора. Шутка сказать, весь день на ногах. Ой. 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 Стоните, Афанасий Иванович. Бог его знает, Пульхерия Ивановна. Так, как будто живот немного болит. Может быть, вы, Афанасий Иванович, чего-нибудь бы съели? Не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. А впрочем, чего ж бы нам такого съесть? Кислого молочка, или жиденького узвару с сушеными грушами. Ну, пожалуй, разве только так попробовать. Параска? Параска! Ну вот, теперь как будто сделалось. Лучше. А что если Пульхерия Ивановна вдруг загорится дом наш? Куда бы мы делись? Вот это? Боже сохрани. Да, ну положим, дом наш сгорел. Куда бы мы перешли? Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не допустит. Не, ну, а если сгорел? Ну, мы бы тогда перешли в кухню. Вы бы на время заняли ту комнату, что занимает клюшница. Ну, а если бы и кухня сгорела?
Бог знает, что вы говорите. Даже и слушать не хочу. Грех это говорить. И Бог наказывает за такие речи. Когда бы мы переехали к Антону Прокофьевичу, Галапузю. Вот он у нас ведь часто гостит. Он хороший человек, приютил бы нас, Погорельцев. А не сходили бы вы, Афанасий Иванович, проведать их? Не стряслась ли с ними какая беда? Смелюсь доложить, стряслось. В трех верстах от Полтавской дороги в лесу у Корчмы чудо стряслось. Кто допустил? Никто не допускал. Само стряслось. Свечение над головой. Посветит, посветит и перестанет. Все бабы в городе и на хуторах от рук отбились. Подношение к чудотворцу несут и колбасу, и окорока. И горелку тоже принимает подношение. Разорит он нас всех до нитки. Спасай нас, отец родной. А не приведи, Господи, слух дойдет до Полтавы. Немедленно! Поставить чудотворца ко мне! Thank you.
никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович, вы, Пульхерия Ивановна. Или стул, Афанасий Иванович. Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я. Они никогда не имели детей. Домика, в котором они жили, были маленькие, низенькие, какие обычно встречаются у старосветских людей. Комнатки эти были ужасно теплые, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили . Они никогда не имели детей, потому вся привязанность их сосредоточивалась на их же самих. Что это с вами? Пульхерия Ивановна. Уж не больны ли вы? Нет. Я не больна, Афанасий Иванович. Я должна вам сообщить одно особенное происшествие. Я знаю, что скоро умру. Смерть моя только что приходила за мной. Что вы такое говорите, Пульхерия Ивановна? Вы, верно, вместо лечебного отвара, что часто пьете, выпили персиковый? Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый. Иди.
Оставьте нас одних. Ну, как там у вас, у чудотворцев? Достигается упражнением. Вот. Ой, извините. Вот. Раз. Карта. Есть. Оп. Опа. Усиливает естественное свечение головы. Я прошу вас, не губите несчастного. Я за вас всю жизнь Бога молить буду. Я вам... Я... Ногу на войне прострельну. Я ее на руках носить буду, аки дитя малое. Я ей песни петь буду колыбельные. Я ее грудью своей кормить буду, отцовскую. А, ну, полно врать. Я вам пригожусь. Че? Бумагу на башке, что ли, будешь жечь? Фу. Помните, я говорил, что все мысли мои сгорели, помните? Так вот, не сгорели все. Одна мысль осталась. Так? Я же могу. Так? Я же тише травы. А говоришь, все мысли сгорели. Одна осталась. Хорошие мысли не горят.
Итак, с незначительными событиями покончено. Теперь пойдут дела посерьезнее. У Ивана Ивановича девка Габка родила мальчика от Ивана Ивановича. А вот тоже девка и тоже Габка у Пульхерии Ивановны наоборот собирается родить. Мальчика ни от кого. Да, а цветок, как говорится, духом. А чудо, сами понимаете, есть чудо. Но. Начнутся обильные приношения. Один убыток казне. Но. На фоне этих тревожных событий произошли такие, смысл которых не сразу можно понять. Но последствия их будут весьма и весьма серьезны. Например, у Пульхерии Ивановны пропала серая кошечка. А в то же самое время уважаемый Иван Иванович откармливает злонамеренную бурую свинью. Заметьте, кошечка и злонамеренная свинья. Вы хотите знать, в чем злонамеренность упомянутой свиньи? Объясняю. Когда она смотрит вам в глаза, взгляд у нее вольнодумный. Точь в точь, как у самого Ивана Ивановича. Иначе, для чего он захотел приобрести себе ружье? Кстати, об оружии. Афанасий Иванович поговаривает о войне и собирается тайно скупать оружие в больших количествах. Для чего в мирное время может понадобиться целый арсенал? И пистоли, и пики, и сетла казацкие. Все это брожение умов происходит по случаю приезда опасного офицерского поручика Ивана Федоровича Шпоньки. Вы, наверное, помните прежнего Шпоньку, тишайшего. Но не таков он теперь. Вольнодумец. Пьет исключительно выморски. Танцует мазурку. Должен вам заметить, примите к сведению, что приезд Шпоньки совершенно забаламутил местных дворян и помещиков. Среди них начали составляться партии. И вот Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Не может быть. Не я ли всегда говорил, что они между собой такие приятели? Сам свет таких не производил. Сам черт их веревочкой связал. Так на тебе. Один другого обозвал гусаком. Вот до чего дошло вольнодумство. Прошу заметить, так просто для себя. Кошечка. Свинья, гусак. Что же делать, что же делать, что же делать, что же делать? А? Выдать мне рубль из казенных денег и вашу бричку. А зачем тебе деньги? Ха, я поеду на дорогу в Шнок, устрою там засаду на Шпоньку. Дождусь его и сразу к вам. Я их всех выведу на чистую воду. А я ведь его прежде сновал по школьной скамье. Посмотрим теперь, что он за птица. А может быть, ты все врешь? Я вру. Ладно. Вот вам документик, который я списал у Василисы Кашпровны, когда был в прошлый раз. Милостивая государыня, тетушка Василиса Кашпровна, много благодарю вас
за присылку белья. Особенно карпетки у меня очень старые, что даже денщик штопал их 4 раза. И очень от этого стали узкие. Ну что? Что карпетки узкие? Карпетки, говорите? Не в этом дело. Они пишут одно, думают другое, а подразумевают третье. А если... Молчите, умоляю, молчите. Молчи, молчите, умоляю. Молчи. Потерпи. Ой, Господи. Молчи, молчи, молчи. Терпи, терпи. Вон туда. Вот здесь можно. Говори. Это тайна. Известна лишь Василисе Кашпровне. Но я ее разгадаю. Вот здесь самое главное. Слушайте. Свиней же здесь кормят большей частью брагой, подливая немного выигравшего пива. Тихо, 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 тихо. Представьте себе, свиней. Верно. Это что же, если бурая свинья Ивана Ивановича столь вольнодумна, то что же за породу хочет вывести поручик Шпонька? Точно, точно. На браге и пиве. Я думаю, вот что надо поставить наблюдение за бурой свиньей. Так. От нее все можно ждать. Так. Значит так, верно, я тебе рубль дам, бричку собирай. Но столько, чтобы мне. Понял? Чего извольте? Ага. Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием почует путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовой лошадью. Но если бы он захотел позавтракать, как завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая. Иван Федорович, зная все это, заблаговременно запасся 2 вязкими бубликов и колбасой, и спросивший рюмку водки, в которой не бывает недостатка ни в одном постоялом дворе, начал свой ужин. Ну, смотри! Я въеду! Я въеду! Но если я хоть один клоп укусит меня в этой хате, то я побью. Побью! Ну все, все, спать! Пошел! Старая колдунья! Пошел! И за сено платить не стану! Желаю здравствовать, милостивый государь! Позвольте спросить, с кем имею честь говорить? Основной поручик Иван Федорович Шпонько. Ага. Иван Федорович, позвольте, милостивый государь, позвольте. Позвольте, милостивый государь, представиться. Мы ведь с вами почти соседи, а фамилия моя
Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, милости государь, и знать вас не хочу, если не приедете ко мне в гости. Я ведь тороплюсь домой, да решил заночевать. Хоть и близко, время позднее, не равен час лихой человек. Ну, вот это что? Вот это? Что это? Разве я это сюда велел тебе ставить, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу? Мошенник, пшел вон, рожа! Ух, ух, какая рожа! Урожа! Иван Федорович. Прошу покорственно. Лекарственный. Интересно знать, как она вам понравится. Ей-богу, не могу, я уже имел случай. И слушать не хочу. И слушать не хочу, милости государь, с места не сойду, пока не изволите выкушать. А что вы скажете об этой курице, милостивый государь? Я, надо вам сказать, что моя повариха Евдоха иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. Эй, хлопче! Постели мне постель на полу, около печки. Смотри же, сено повыше положи под подушку. Рожа. А что вы скажете о лекарях? Милостивый государь, я думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в 20 раз больше знает всех этих лекарей. Действительно, вы изволите говорить совершенную правду. Иная точно бывает. Эй, хлопче, ну где ты там? А, подлец. Подсунь повыше вот с этого боку. Ну, вот так хорошо. Любезный Ванюша. Да, я тебя поцелую. Три дня я был со Шпонькой безотлучным. И хотел уже ехать к вам с радостным известием, что все мои подозрения напрасны, как вдруг... Как вдруг я услышал такие странные речи. Кошечка вернулась. Какая кошечка? Весь Миргород говорит. Серая. Серая? Та, что у Прохерии Ивановны пропала. Так. Ну. Прохерия Ивановна как? Увидела ее? Так и слегла. А чего слегла? Никто в толк не возьмет. А Пульхерь Ивана просит, чтобы ее похоронили возле церковной ограды. Лежит, смерть ждет. Какой ужас. А я чувствовал, я предупреждал. Кошечка, свинья, гусак.
Надо еще выяснить, что это за кошечка. Такие 2-3 кошечки, да котята пойдут. Ох, какие дела закручиваются. А я-то думаю, чего это они так странно говорят между собою? А тут вот что. Что? А вот что, слушайте. Тут Василиса Кашпровна наступила мне ногой на лицо и испугалась, что я все слышу. И стала уже говорить не прямо, а запутывать следы. Да. Говорит, что же ты, племянник, это глаза-то выпучил? Ты Степана Кузьмича помнишь? Впрочем, куда тебе? Ты тогда еще маленьким был. Лужок этот принадлежал Степану Кузьмичу. Когда тебя еще на свете не было, он уже наведывался к твоей матери. Кстати, во время, когда отца не бывало дома. Не в укор ей я это говорю. Так или иначе, но Степан Кузьмич оставил тебе дарственную запись на этот лужок. Но покойница твоя матушка была причудного нрава. Она куда-то девала эту запись. И до сих пор одному Богу известно, где она. А я совершенно точно знаю, что запись эта находится в руках старого холостяка Григория Григорьевича Сторченко. Это он утаил ее. Ну и что с того, что Степан Кузьмич ездил к покойнице? С кем не бывает? Со мной не бывает. А-прим. Б-прим. Ц-прим. Д-прим. Дамба, фарватер, подвесной мост. Мельницу Кашпровны снесем. Как увидитесь с тетушкой, так приедете. Они приехали. По большей части занятия по хозяйству. Ага. Я приехал к вам, собственно, на минутку по делу. На минутку. О, хлопча! Ну что, рот разинул? Запри дверь! Покрепче запри. Иван Федорович. Ну? Тетушка имела честь. Сказывала мне, что дарственная запись покойного Степана Кузьмича. Я хотел сказать, что в завещании покойного Степана Кузьмича упоминается, так сказать, о дарственной записи. По ней следует мне... Да я знаю, что уже успела вам наговорить ваша тетушка. Никакой дарственной записи мой покойный дядюшка не делал. Это ложь. Ей-богу, ложь. Правда, в завещании упоминается о какой-то записи, но где она? И никто ее не представил. Я это вам говорю потому, что искренне желаю вам добра. Ей-богу, ложь. Да вот, идет сюда моя матушка. Сестрица. Вот, матушка. Это тот самый Иван Федорович Шпонько. Вы вот купили. Наверное, матушки не выспались. Кто же спрашивает гостя, пил ли он?
Вы почивайте только, а пили мы или нет, это наше дело. Ну, Иван Федорович, прошу. Золототысячниковой или Трохимовской сивушки, что вы лучше любите? Ну, хватит надрываться-то, довольно! Иди сюда! Вы напрасно берете Кубрик, Иван Федорович. Это индейка. Возьмите спинку. Матушка, вас никто не просит вмешиваться. Будьте уверены, гость сам знает, что ему взять. Иван Федорович, возьмите крылышко. Вот другое, с пупком. Ну что это вы так... Ну что вы так мало берете? Возьмите стекнышко. Ну, да. Что рот разинул, подлец, проси. И то правда, стекнышко. Падай в ноги и говори сейчас. Иван Федорович, возьмите стекнышко. Правда, стекнышко. Иван Федорович, возьмите стекнышко. Да, стёгнышко лучше, лучше. Стёгнышко, да. Разве ты индейка? Такие ли должны быть индейки? Вот если бы вы увидели у меня индейк, в одной жиру столько, как десятки таких, как это. Видите ли, государь мой, противно смотреть, как они ходят у меня по двору. Так жирны. Антон Прокофьевич, ты лжешь. Я вам скажу, что в прошлый год, когда я их отправлял на Сорочинскую ярмарку, давали по 50 копеек за штуку. И то еще не хотел брать. Антон Прокофьевич, я тебе говорю, что ты лжешь. Именно, государь мой, не хотел брать. В Миргороде, во всем Миргороде, ни у одного помещика нет. Антон Прокопович, ты глуп. И больше ничего. Вон у тебя опять волосы подгорели на голове. Видно, снова кто-то подшутил над тобой. Да? А вы читали книгу «Путешествие Коробейникова ко святым местам»? Нет. Истинное услаждение души и сердца. Теперь таких книг не печатают. Очень сожалительно, что я не посмотрел, какого году. Я ее дал почитать одной своей знакомой даме. Так, ну вы здесь того, а я, знаете, по своему обыкновению немного всхрапну. Не угодно ли вам посмотреть одну книжку, которая досталась мне от покойной матушки? О попадях замуж идущих, по смертях попов своих. Машенька, останешься с Иваном Федоровичем. Да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно. Так, 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 так. Барышня осталась и села на диван. Ага. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены и следуя глазами за кошкой, трусливо пробегавшей за стульями. Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила ему на ум.
Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела. Наконец, Иван Федорович собрался с духом. Летом очень много мух, сударыня. Летом очень много мух, сударыня. Чрезвычайно много. Братец нарочно сделали хлопушку из старого маменькиного башмака. И все равно очень много. Миргородская. Ну что, выманил у старого лиходея запись? Нет, тетушка. У Григория Григорьевича нет никакой записи. И ты ему поверил? Врет он, проклятый! О, когда-нибудь попаду, право поколочу его собственными руками! О, я ему поубавлю жиру! Впрочем, нужно наперед переговорить с нашим подсудком. Нельзя ли судом с него стребовать? Но не об этом теперь дело. Ну, что ж, обед был хороший? Очень. Да, весьма, тетушка. Какие же были кушанья, расскажи. Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать за кухней. Сырники были со сметаной, тетушка. Соус с голубями начиненными. А индейка со сливами была? Была индейка. Весьма красивые барышни. Сестрица Григорий Григорьевич. Особенно старшая. Племянник-то ваш, Василий Скаш, правда, вот уж не ожидал. Целый день провел со старшей барышней в уединении. Ты ври, ври! Да не забирайся! Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили с барышней? То есть как? Яс, тетушка. Вы, может быть, уже думаете? А что ж такого? Что тут диковинного? Так Богу угодно. Может быть, тебе с ней на роду написано жить парочкою? Я не знаю, тетушка, как вы можете это говорить. Это доказывает, что вы совершенно не знаете меня. Слушай, Иван Федорович, я уже давно хочу поговорить с тобой серьезно. Ведь тебе, слава Богу, 38-й год. Чин ты уже имеешь хороший. Пора подумать и о детях. Тебе непременно нужна жена. Как, тетушка? Как жена? Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать. Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь. Куда? Еще совсем молодой ты, но ничего не знаешь. Ивана Федоровича как будто громом оглушило. Правда, Марья Григорьевна очень не дурная барышня, но жениться, жить с женой, непонятно. Ранее обыкновенного лег он в постель, но, несмотря на все старания, никак не мог заснуть. Наконец, желанный сон, этот всеобщий успокоитель, посетил Шпоньку. Но какой сон? То представлялось ему, что он уже женат, что все в домике их так чудно, так странно. В его комнате стоит вместо одинокой двойная кровать. Двойная кровать. На стуле сидит жена. Ему странно, он не знает, как подойти к ней, что говорить с ней. И замечает, что у нее гусиное лицо. Что у нее гусиное лицо. Гусиное лицо.
Нечаянно. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену с гусиным лицом. С гусиным лицом поворачивается в другую сторону. Там сидит третья жена. Назад еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад, но в саду жарко. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Пот выступил у него на лице, полез в карман за платком, и в кармане жена. Я тебя звал! Дело государственной важности! И за что? Я тебя звал. Я тебя звал. Безотлагательно. Я тебя! Что? Черти в наши луже. Ах, боже мой. Так ты говоришь, что это я откусила ухо у заседателя? Ухо у заседателя? Ага. Я его вчера специально со всех сторон рассмотрел, все уши на месте. Истинный крест. А что ты городничим городишь за страсти? Учти, Голопусь, ты меня хорошо знаешь. Я тебя из-под земли достану. Меня на земле мало. А под землей много. Если ты станешь морочить голову людям про кошек, свиней и пиво, учти, не твоему носу рябину клевать. Ты... Это ягода нежная. Не твоей хари клюкву есть. Морщиться не умеешь. А для поумнения посиди пока в арестантской, квартальной. Кружали! И речи быть не может. Сказал и пан мой, Иван Иванович Перерепенко, чтобы вы отпустили из-под стражи Голопузя до захода солнца, чтобы он моему пану бумагу составил. Ну, вот, за этого подсвинка. А как этого подсвинка будет мало, то я принесу сушеных лещей. Ты говоришь? Принеси. Что у вас у девок за пазухой, а? Аж все гудит. И рубаха лопается. Есть!
щегол и нет щегла. Освободить Голопузя! По строгим надзорам распоряжению пана Перелепенко до захода солнца! Правильно! Взять в залог девку Гапку! До восхода солнца! Оставить! Этим будут заниматься инвалиды-сторожа! А вам, чтоб без девятой пуговицы не возвращаться! Работать. Питает в душе? Да. Злостное намерение? Да. Поджечь меня? Да. Поджечь меня? Вы в собственном доме? Да. Вы в собственном доме? Доме. Далее, далее что? Сейчас. Потому и прошу полного дворянина Ивана, Никифорова сына Довгащхуна, да, яко замешанного в поджигательстве, в оскорблении моего чина, имени и фамилии, в хищническом присвоении собственности, а паче всего в подлом присовокуплении мне название гусака ко взысканию штрафа, удовлетворению убытков, да, судить из самого яка нарушителя, да, из самого яка нарушителя, да, из самого яка нарушителя, что, как, что, в кандалы забить и заковавшие в городскую тюрьму припроводить. Так. И посему моему прошению решение немедленно и неукоснительно учинить. Хорошо. Писал и сочинял дворянин, миргородский помещик Иван Иванов, сын Перелепенко. Да. Прекрасный слог. Эй, кто там? Сама фаршированного карасями несите и колбасу из налима. Хартина, принеси нам, Прокофьевич, водки да пирогов с рыбой. Только не с рыбой. Пирогов не надо. Холодца принеси, черт бы его взял. Так что же такое удалось вам подслушать? Вот именно с этой целью, чтобы вам все передать, я отпросился у... Подождите, ну. У тюремщиков и пришел с конвоиром. Черт знает, что вы несете. Итак, не позже, чем сегодня пополудню, да? Ваш сосед подал на вас позов в суд. Я даже не берусь смягченными словами пересказать этот пасквиль. А что это еще за пасквиль? Что за хреновина? В Риме, в Древнем Риме, была статуя, на которой вывешивались сочинения самого гнусного, клеветнического характера. Все ты врешь, Холопусь, все врешь. Чтобы в Риме обо мне, честном дворянине, брехню расклеивали. Харпина, унеси водку. Подожди, только не водку, я вам все сейчас объясню. Да не в Риме. Нет, я не хочу слушать. Я не хочу ваш сосед подал на вас позов. Слушать, брехня, ты еще от себя добавил такую историю, будто вы, Иван Никифорович, родились хвостом назад. Но эта выдумка столь нелепа, что я даже не собираюсь опровергать ее перед вами. Зеркало! Ну где? Я вас спрашиваю, негодяй! Тюрьмы сгною, засужу, упеку безбожника! Убери зеркало! Совершенно справедливо. Я в уме для вас уже и бумагу сочинил. Бумагу, можно сказать, уже готова, нужно только записать. Вот послушайте. Да помолчи ты! Просит дворянин Миргородского повета
Иван Никифоров сын Довгачхун, а о чем тому следуют пункты. По ненавистной злобе своей и явному недоброжелательству, называющий себя дворянином, Иван, Иванов сын Перерепенко, всякие пакости, убытки и иные хитнические, в ужас приводящие поступки, мне чинит. И вчерашнего дня пополудни, как разбойник и тать, с топорами, пилами, долотами, иными слесарными орудиями, забрался ночью в мой двор и находящийся воном мой же собственный хлев. Собственноручно и поносным образом его изрубил, на что я не давал никаких поводов к столь беззаконному и разбойническому поступку. Записывай, записывай, забудешь. Моя голова устроена таким образом, что ничего из нее не вылетает. Наподобие свиньи и копилки. Тряси, не тряси, не вытряси, только есть... Стой! А нельзя ли позабористей, черт побери? Можно и позабористей. Давай. Ну-ну. Он и же дворянин Перерепенко. Так. Имеет посягательство. Так. На самую... Так. Жизнь мою. Лиша, чинов и дворянства в Сибирь на каторгу. Немедленно отобрать! Что осталось? Искать фамилию! Отобрать! Пришел просить ваших чернил. Уж очень хорошие у вас чернила. Из чего их только делаете? Не схватила бы меня поясница, надавал бы тебя по шее, пан Голопусь. Боже правый. Степан Иванович, отчего такая немилость? Отчего? От того, что свои чернила я на родниковой воде замешиваю. Цветочного нектара добавляю. Росы поднебесной. Чистотела. Угу. Чистотела. Слезу невинного дитяти. Так, слезу невинного дитяти. А еще чего? Нет у меня для тебя чернил. На твое крючкотворство. Ой. Ну вот, опять пал жертвой злобного навета.
полез в карман за платком, и в кармане жена. Он снял шляпу, видит, и в шляпе сидит жена. Ну что? Полез в карман за платком, и в кармане жена. Ну что? То вдруг он прыгал на одной ноге. Вот, да-да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже женатый человек. Он к ней, на тетушку уже не тетушка, а колокольня, и чувствует, кто-то его тащит, ну, кто это тащит меня, жалобного, Иван Федорович. Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол. Нет, я не колокол, я Иван Федорович, кричал он, да, ты колокол, говорил, проходя, полковник пехотного полка. Наконец, желанный сон. Этот всеобщий успокоитель посетил Испанку. Именем веренной мне, то есть веренного мне патриотизма, довожу до вашего сведения, что вышеупомянутый подпоручик Шпонька никакой не подпоручик, а капрал. Наполеон Бонапарт, бежавший с острова Святой Елены в целях заговора. Ну ладно. Ты... Ну. Я твоя жена. То представилось ему, что он уже женатый. В его комнате стоит не одинокая кровать, двойная кровать. У нее у жены гусиное лицо. Направившись, это другая жена. Ну, гусиное лицо, поворачивается, это третья. Назови еще жена. Тут он все в саду жарко. Ну, то вдруг снилось ему, что жена вовсе не жена, а какая-то шерстяная материя. В лавку к купцу. Вы возьмите жены, это самая модная материя. Купец меряет и режет жену. Что это значит? Как это понимать? Заговор. Они везде, везде сущи. И все очень просто. Жена пароль. Материя на амуницию, колокол главное. Полковник же сам говорил. Ты колокол. Это, заметьте, он о капрале Шпоньке. Сегодня, а? Какое сегодня число? А? Третьего дня был июль. Значит, а что раньше, июнь или июль? Ну, а он еще не начинался или кончился? А, значит так, пиши. Мартабря. Вот так. И 86-го числа. Да-да. Произвести аресты между днем и ночью. Да-да. Успел? В городе Миргороде. За мной. Вперед! Справа заходи! Окружай! Вперед, быть может, братцы! Трудная ночь, но мы славно поработали с квартальными. Золотые молодцы!
арестованные! Пусть подождут! Ты послушай, послушай! Купец, купец, верите! Скорее! Надо же! Подождут! Арестованные перед вами! Но сразу как на духу. Молчать! Подать сюда Балабанта! Ивана Федоровича! Держите его! Держите меня! Бежите! Вам-то виднее. А что с нашей скотиной будет? Отчуждение он и скотины произведено по приказу пана Городничего. И по причине злобной злонамеренности он их арестованных животных. В целях пресечения беспорядков и массового хищения казенных бумаг. А также для изучения вопросов копченом, жареном и малосольном. И малосольном виде! Я счастлив. Помоги Бог. Здравствуйте, Афанасий Иванович. Вот пришел вас поздравить. Евдоха, принеси сюда. Что там у нас есть на сегодня? Чем же вы поздравляете меня, Иван Иванович? Как? Вы ничего не знаете? Так ведь у нас новый городничий. Да. Право, я... А что же прежний? Здоров? Как он? Прежний нездоров, он утонул. Что вы говорите? Значит, Антон Прокофьевич утонул. Антон Прокофьевич? Помилуйте, а при чем тут Голопусь? А, то есть... Он своим чередом, но это было, дай бог памяти, лет 7 тому назад. Что своим чередом? Своим чередом утонул. Ну, во всяком случае, говорят, что утонул, а точно никто не знает. А теперь кто же утонул? Да вы что, в самом деле ничего не знаете? Голопусь был городничим 7 лет подряд.
Потом вдруг исчез, как в воду канул. И вот после Галапузя городничим стал Старченко. Вот он и утонул. Хотел лужу осушить, что-то там не так прокопали. Ну, точно никто не знает, что уж там было, только вот у нас уже новый городничий. А теперь кто? Василиса Кашпровна, тетушка Ивана Федоровича Шпоньки. А вы меня тоже можете поздравить. Поздравляю. А с чем? Имею точные сведения, что на той неделе по Витовому суде в мою пользу будет решена тяжба. Тяжба? Какая тяжба? Как какая? Моя тяжба. С кем? Так ведь я поссорился с Иваном Никифоровичем. Что вы говорите? Вам нужно помириться. Вот это... кушанье. Это кушанье которое покойница. Покой. Григорьевна очень недурная барышня.
Но жениться? Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою. Непонятно. Он не один должен быть в своей комнате. Но им должно быть всегда двое. Thank you.